Орел готовится к акциям чистоты. Планируется, что 29 апреля в экологическом субботнике примут участие до 200 тысяч жителей региона. В планах очистка берегов рек, территорий парков, скверов, лесов. Будет высажено 400 лип, 500 кленов, 500 декоративных красных дубов, а также 1400 саженцев кустарников. На совещании в администрации региона Дмитрий Бутусов сказал, что акции чистоты в Орловской области будут проведены дважды. Те, кто запланировал субботник на 22 число, могут не менять планы. Все остальные выйдут через неделю. Важно, чтобы обеспечить выполнение всех операций, функций в рамках этого субботника. Прежде всего, вывоз всего того богатства, которое мы с вами и с нашими коллегами соберем на улицах районов и города Орла. Поскольку 29-й, там у нас день-два на разбег, и начинаются майские праздники. Очень бы не хотелось, чтобы все это богатство в пакетах и мешках осталось у нас на территории.